Ты в порядке, Фрей? Да, просто завод начал ослабевать. Ослабевать? Уверена, это пустяк. Но сходи-ка ты к врачу. Ослабевать? Уверена, это пустяк, но сходи-ка ты к врачу. А, это же я. Давай-ка послушаем. Боже правый, нет! Притворись, что не слышал. Ты уверен, доктор Зойдберг? Обычно ты заблуждаешься. Конечно, уверен. Ходовая пружина Фрая почти потеряла весь завод. О, боже. Наверное, все из-за того, что Фрай провел многие годы в заморозке. Тысячу лет он шевелил ногами, и завод у него иссякал. Добро пожаловать в мир заводилкинов!